Всем привет, вот и новый ролик. В этом ролике я расскажу, как вызвать персонажа крипипасты Бена Утопленника, но перед началом ролика попрошу подписаться на мой канал, спасибо за внимание. Ну а мы начинаем. То нужно для призыва. Во всех трех вариантах вам понадобится пиратская копия игры The Legend of Zelda Majora's Mask, которую можно скачать, уже эмулированную на компьютер, а также миска с водой. В вариантах 1 и 2 вам понадобится песня исцеления, которая играет наоборот, ее тоже можно скачать в свободном доступе в инете. В первом и третьем вариантах вам будут нужны 4 листа белой бумаги формата А4 и скотч, во втором только один лист. Кроме того, вам понадобятся цветные ручки, карандаши. В варианте 1 – красные, зеленые, синие, желтые. В варианте 2 – красные, зеленые, синие. В варианте 3 – зеленые. Первый вариант. Включите игру и на разных листах бумаги, по слову, на каждом отдельном листе напишите «красной ручкой», «хау», «зеленый», «дид», «синий», «ю», «желтый», «дай». Дословный перевод. Какова причина твоей смерти? Поставьте миску с водой рядом с монитором компьютера, включите песню исцеления наоборот и начинайте играть. Если призрак явился, то немедленно прикрепите листы с надписью на монитор, это не позволит Бену выйти. Последнее, что нужно сделать, это произнести «Answer my question». Это и будет последним действием. Помните, назад дороги нет. Второй вариант. Включите игру и на листе бумаги напишите «Пишите такие слова, you», красным цветом, «shouldn't have», зеленым цветом, «done that», синим цветом. Рядом поместите емкость с водой и включите скачанную музыку. После этого можете приступать к игре. О том, что ритуал закончен, будет свидетельствовать появившаяся надпись на экране. «You shouldn't have done that». Третий вариант. Напишите на 4 листах зеленой ручкой слова «how did you die», перевод «как ты умер», по слову на каждом отдельном листе. Включите игру. Перед монитором поставьте емкость с водой и при помощи скотча приклейте листы к компьютеру. Теперь, самое главное, нужно встать перед монитором и четко произнести слова. Answer my question, перевод, ответь на мой вопрос. Если Бен вышел на связь, на экране должна засветиться надпись I drowned, per, я утонул. Как понять, получилось ли призвать Бена или нет? О том, что получилось призвать Бена утопленника, будут свидетельствовать помехи, так как он является вирусом. Может также на экране мелькать лицо продавца масок. Если же вода в емкости покрылась волнами или на ней появились пузыри, то можете быть уверены, что Бен пришел. Может измениться и цвет написанных фраз. В итоге, после этого, вы заметите, как ухудшилась работа компьютера, а в некоторых случаях он вообще ломается. Спасибо за просмотр. Всем пока.